Мой мячик, мой мяч. Денис Тартынский, что вы чувствуете после победы в этом матче? Ведь вы спасли команду. Мы за три года играем, и мне постоянно попадаются решающие встречи. Мне реально раздражает. Я ненавижу. Но ты же ехал за адреналином сюда. Ты его получил? Более чем. Хорошо, а то ты получил бы, если проиграл бы, ты бы получил по-другому. По-другому адреналину. Да, да, да. Константин, что вы чувствуете после первой победы нашей команды в лиге? Мы обязаны были играть лучше. Обязаны лучше играть. Это все к тому, что надо всем участникам больше уделять времени тренировкам, саморазвитию, а не только лупиться на турнирах. Заниматься, чтобы выглядеть на уровне этой лиги. Мы, к сожалению, не выглядим на уровне лиги. Спасибо, Костя.